Почти половина учителей математики не могут решить задачи школьного уровня. Это выводы Россоборнадзора по результатам исследования, в котором приняли участие 22 тысячи педагогов из 67 регионов страны. НЕОД по своему предмету также получила четверть преподавателей экономики, истории, русского языка и литературы. Но несколько лучше оказалась ситуация с обществознанием и правом. Самыми подготовленными стали учителя родного языка и родной литературы. В Рособорнадзоре сообщили, что к 2020 году разработают новые стандарты для аттестации.